Первые кубометры московской воды из столичного района Люблино поступили в котельники. На днях на территории ВЗУ «Белая дача» глава города Алексей Сидзиневский и представитель Мосводоканала торжественно перерезали красную ленточку на новом водоводе. Открываем. Меньше минуты, и первые литры московской воды поступают в городские коммуникации котельников. Столь символичным способом представители Мосводоканала, компании-подрядчика и администрации города подвели итоги большой совместной работы. В середине прошлого года из столичного района Люблино начали прокладку трубопровода через МКАД в котельники. Его протяженность составила 1130 метров. Строительство пришлось вести на территории, прилегающей к лесополосе и жилому сектору. Создана возможность о поставке 8000 кубометров в сутки воды из московского водопровода, но те технические решения, которые заложены в проекте, позволяют обеспечить до 25 тысяч кубометров в сутки. Появление московской воды, да еще и в таких объемах, позволит решить одну из самых острых проблем жителей города. До сих пор часть домов питалась из артезианских источников, вода в которых пригодна лишь для технических нужд. Частично избавиться от желтой жидкости в котельниках удалось запуском в начале 2000-х ветки водовода из Жулебина. Но ее хватило только для того, чтобы восполнить потребности Белой дачи, Коврового и улицы Новой. Ездили в Белоруссию, мы ездили еще куда-то, пытались вот фильтровать эту воду, но хватало на 3-4 месяца, и приходилось все делать по-новому. Искать новых поставщиков, новые технологии, но, к сожалению, я еще раз говорю, что какой-то такой правильной технологии, которая может очистить подмосковную воду до того качества, которое требует наше население, у нас, к сожалению, не получалось. Лично проверить качество столичной воды решили все участники торжественной церемонии. После того, как красная ленточка была перерезана, собравшиеся попробовали первый литр из нового водовода. Она не содержит кальция и железа в таком количестве, как в подземных источниках. Во-вторых, те способы очистки, которые применяет Мосводоканал, гарантируют высокую степень очистки. Менее крупные предприятия, конечно, не могут себе позволить такого дорогостоящего оборудования, как у Мосводоканала. В ближайшие полгода администрация города планирует завершить возведение всех необходимых водопроводных магистралей и инженерных коммуникаций от ВЗУ «Белой дачи», микрорайоны Коврово и Силикат, тем самым закольцевав московскую воду в котельниках.